Звонкий смех, улыбки и повсюду цвета российского триколора. Целыми семьями горожане и гости города приходили на площадь Освобождения. Свой выходной бендерчане проводят под единым лозунгом «Вместе с Россией». Провести выходной день весело и с пользой. Настоящую проверку спортивной сноровки и соревновательного духа малыши и взрослые устроили в спортивных соревнованиях. Здесь и виртуозное владение роликами и велосипедом, и увлекательные викторины, и спортивные состязания. Несмотря на то, что в этот день проигравших не было, участники с азартом боролись за победу. Принимают участие активно все, всем нравится. Я думаю, еще у нас будут также призы. Дети счастливы. Активное участие в мероприятиях приняли городские школьники. Совет старшеклассников организовал раздачу листовок и сбор подписей за единство с Россией. Тем самым ребята воссоздали атмосферу референдума 2006 года. Как и прежде, приднестровцы выбирают путь единения с Россией. Мы верим, что Россия будет нашим будущим, так скажем, наставником. И надеюсь, что в ближайшие годы Россия примет нас под свое крыло, и мы будем называться уже не Приднестровской Молдавской Республикой, а Приднестровской Российской Республикой. Также я верю в то, что партнерство между Приднестровьем и Россией никогда не закончится. Творческие коллективы города подарили зрителям насыщенную концертную программу. Всеобщими любимчиками на концерте стали маленькие, но яркие звездочки. Кульминацией праздника стал уже полюбившийся горожанам фестиваль красок «Холли». Вверх взмыли десятки разноцветных салютов и разукрасили не только лица и одежду, но и настроение горожан. Екатерина Белогрива, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.